knowledge management, управление знаниями, выделение общих знаний и распространение их по, равномерно по всей компании, чтобы не было такого, что эти знают вот это, эти знают вот это. И самое главное, если у нас, если у вас несколько линей бизнеса, финансовая, энергетическая и так далее, то ну, им вот где-то вот, вот до сих пор будет пересечение, да, на уровне, например, вот как правильно сделать там, допустим, как правильно посчитать критический путь проекта, да, для этого берем Microsoft Project, да, там традиционный и так далее. Вот. Дальше уже пошли разности, потому что, ну, разная доменная область, эти там вырабатывают, там, или, там достают нефть, ну, а эти непосредственно управляют там какими-то фьючерсами или еще чем-то, да, и они друг друга уже не поймут.